Лабиринт. Запутанные дорожки, переходы, место, откуда трудно найти исход. На Карельском перешейке обнаружено загадочное место, где стали теряться туристы. Они приезжали в этот странный лес, начинали свой маршрут и запутывались в лабиринте скального рельефа. Таинственное место в народе прозвали «скальный лабиринт». Редко кто находил из него дорогу обратно. Так и в этот раз спортсмены из Петроградского клуба туристов устроили там тренировку. –